Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Fire Phone 4. И сейчас я покажу вам, как добавить Google аккаунт на данное устройство и как его можно обновить. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки». После чего проходим в раздел «Пароли и аккаунты». Теперь мы видим, что у нас уже добавлен Google аккаунт, поэтому сперва я покажу, как его удалить. Нажимаем на него. Нажимаем «Удалить аккаунт». «Удалить аккаунт». Нажимаем «Ок» и подтверждаем действие паролем. Теперь, если вы хотите добавить Google аккаунт, вы просто нажимаете здесь «Добавить аккаунт». Выбираете Google. И далее вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». И выводим пароль. И нажимаем «Далее». Здесь нажимаем «Принимаем». И здесь нажимаем «Принять». И таким образом мы добавили Google аккаунт. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.